это вам, сержант. Ты не с нами, Пак? Останьтесь в живых. Это приказ. А вы держите Валькирию на плаву до нашего возвращения. Ура! Твою мать! Поехали быстрее, Рэнни! Чё за хреновая идея? Что, блядь, с нами происходит, а? Зона видимости. Приготовиться. Крепко. Ирландец. Не волнуйся. Они довольно крепкие. Ну да, конечно. Сделаны в Швеции. Ну да, сразу полегчало. Крепость. Это могильщик 3, мы на позиции. Готовы взрывать все нахрен. Доложите обстановку. Прием. Нам кранты, так что взрывайте все к чертям. Хан, нажми на кнопку. Черт возьми. Красный. Что-то не так. Соединения нет. Рекер. Блять, а ну отдай. Опять надо вниз лезть. Что ж, спуститься нужно только одному из нас. Рекер, у тебя еще остались заряды С4? Хорошо, дай мне. Я не дам рисковать тебе жизнью, Ката. Я ведь ирландец, помнишь? Везунчик. Ну же, Рекер, давай сюда, Рекер. Рекер, я каждый день рискую жизнью за свою страну. Дай мне заряд. Своей стране ты нужна живой, Ханна. Никуда ты не пойдешь. Рекер, когда детонатор загорится зеленым, жми на кнопку. Ханна! Вот уроды! Жми кнопку, Рекер! Ты же убьешь ее! Черт возьми, могильщик! Взрывайте этот корабль сейчас же! Ханна! Спасайте Валькирию! Жмите кнопку! Нажмешь на кнопку, и она умрет! Что ж нам делать, Рекер? Что нам делать? О, Господи! Валькирии больше нет. Мы все просрали. Вот слушай, можно топить корабли, можно истреблять людей, но нельзя убить идею. Мы выживем, могильщик. Могильщик, говорит привратник, мы восстановили контроль над Суэцким. Вы там нашли кого-нибудь? Нет, привратник. Выживших нет. В смысле, никого, кроме нас.